Да. Господи, женщины в маленьких шляпках – это нечто. Ребята собираются на обед. Алан. Да? Мы собираемся пообедать. Алан. Да? Ты меня слышишь? Да. Я сказал, что мы идем обедать. Как будто пластинку заела. Ты о чем? Я спросил, не хочешь ли ты пойти с нами на обед? А, нет, не спрашивал. Ты сказал, что вы идете обедать. Я тебя каким-то образом обидел? С чего ты это взял? Хочешь пойти с нами обедать? А во сколько обед? Господи, Алан, просто съешь сэндвич. Где? На обеде. Я не люблю сэндвичи. Как хочешь. Знаешь, чтобы справиться с этой удушающей гениальной рутиной, кто-то должен быть гением, Алан. И именно мы добились прогресса, не так ли? Правда? Да, именно. Мы расшифровали несколько немецких сообщений, проанализировав частоту распределения букв. Дважды в сутки сломанные часы тоже верны. Это не прогресс, а слепая удача. Я создаю машину, которая позволит нам расшифровывать любое сообщение мгновенно. Кто голоден? Идемте. Я голоден. Что? Питер спросил, кто голоден. Принеси мне суп, пожалуйста. Что ты читаешь? Это о криптографии. Про секретные сообщения? Не секретные. В этом-то вся штука. Сообщения, которые все видят, но мало кто понимает, если у них нет ключа. А в чем отличие от разговоров? Разговоров? Когда люди разговаривают, они всегда имеют в виду что-то другое. А ты обязан понять тайный смысл. У меня не получается. Так в чем же разница? Алан, мне кажется, ты в этом здорово преуспеешь.